озвучено группой Green Tea TV. У любого народа мира есть свои суеверия. Поговорим о корейских суевериях, связанных с отношениями. Они глупые, совершенно беспочвенные, но зато очень смешные. Вот несколько подобных суеверий. Если вы сами наливаете себе выпивку, то еще 3 года будете одиноки. Не буду пробовать. Почему я все еще один? Если вы дарите своему парню или девушке обувь, то вас либо бросят, либо вам изменят. Ну чего? Она ушла от меня. Все корейские мужчины должны отслужить в армии. Если, провожая своего парня в армию, вы будете плакать, то разрыв неизбежен. Давай я позвоню тебе после возвращения. Еще одно суеверие, сулящее скорый разрыв, связано с зубом мудрости. В Корее считают, что если вы удаляете зуб мудрости, то скоро вас бросят. Конечно, все это неправда, но очень забавно. Мне удалили зуб мудрости. Хорошо, что ты рядом. Точно. Знаешь, насчет этого. На свадьбах в Корее, если вы поймали букет невесты, то в течение полугода выйдете замуж. Или же на всю оставшуюся жизнь останетесь одиноки. Ужас! Поэтому в Корее заранее решают, кто поймает букет невесты. Обычно это помолвленная девушка. Ну вот, теперь вы в курсе. Какие суеверия, связанные с отношениями, есть в Корее? Они похожи на суеверия вашей страны? Как насчет вашей страны? У вас тоже есть суеверия об отношениях? Расскажите нам, оставьте ответ или видеокомментарий. Пока! Озвучено группой Green Tea TV.